Мистер 75. Да, средний персонал. У нас нет 20 персонал. У нас уборщики помещения. Здесь остается чистый воздух, здесь ламинарные потоки. Своя вентиляция. Столичного городского здравоохранения. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Скажи. Президент. Здравствуйте, вы президент? Да. Савелий. Добрый день, Савелий. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Угу. Какие планы у тебя? Я сегодня пойду в палату. Отлично. А как давно ты здесь находишься? Ну... Это мой хороший. Три дня назад была операция. Со вторника. Ну все, тебе нравится? Нет. Мне нравится только в этой палате. А то в этой палате больно делают. Ну здесь видишь, сколько всякого оборудования, как интересно. Когда мы хотели трубку снять, мне прям ФГС сделали. Трубку прям в рот сували. Ну, надо полечиться, дорогой мой. Надо что, чтобы выздороветь, надо потерпеть. Ну, да. Надо немножко потерпеть, мой хороший. Да, чтобы ты поправился. И потом к этому, чтобы не возвращаться, хорошо, никогда. Да? Ты готов к этому? Трубки у меня больше нет. Ну и слава богу. Ну хорошо. Он был на диализе перидинальном с января месяца. Каждую ночь проводился программный диализ. И вот сейчас, наконец... Вот наш геройский папа, который дал свою почку своему сыну, уже все на ногах. Очень хорошо. Сегодня будем потихонечку передвигаться уже в общую палату. Чтобы все были здоровы и счастливы, хочу вам пожелать. Немножко потерпи еще. Ладно? Я сегодня не буду здесь ночевать. Буду ночевать в другой палате. Ну, хорошо. Ну, нормально. Там будет не хуже. Немножко потерпишь, и потом поправишься, и все, и будешь бегать. Там, на телевизор. Ладно, телевизор, мультики будешь смотреть. Любишь мультики? Да? А как? Книжки любишь читать? Какие ты любишь мультики? Больше я люблю смотреть журналы. Что будешь любить? Журналы смотреть. Журналы любишь смотреть? Какие? Ну, всякие. Ёжик, есть такой журнал. А мультики не смотришь? Смотрю. Какие? Лунтик, Смешарики. О. Ну вот, там телевизор есть, так что можешь посмотреть и мультики, Смешарики. Да? Ну вот. Сколько он здесь еще? В реанимации будет еще один день сегодня, завтра. Ну, еще несколько дней в отделении, потом домой. Ну вот, потерпи немножко, скоро домой поедешь. У него уже планы. Полечу. Самолет, ну, Челябинск. Хорошо. Я живу в Челябинске. Ну, хороший. Далеко отсюда. Далеко. Хороший город, большой. Ну, пешком не дойдешь. Это точно. Да и не надо. Не дойдешь, а упадешь. Да, самолет довезет нормально. Самолеты быстрее. Да. Ну, давай, мы хорошо. Поправляйся, мы сладенькие. Давай, давай ручку. Скажи спасибо большое. До свидания. Все хорошо. Спасибо вам большое. Ну, что? Докторам спасибо. Да. Молодец. Все хорошее, мы сладенькие. До свидания. Здорово. До свидания. Здорово. До свидания. Можно вам? Да, можно. Ладно. Все хорошо. Самый главный президент поцеловал. Самый главный президент. Я желаю тебе все самое. А вот тебе, мам? Нет. Папа есть. Папа, мама поцелует. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Счастливо. До свидания. Спасибо.